Или квадратиком закрой просто. И голос поменяй. Да, то есть смотри, вот основные фишки. То есть выкладываешь. Первый, вот это буферная зона в первую очередь. Хрящ идет. Ясно? Потом закрываем здесь. И по факту разбиваем пальцы немножко, чтобы именно, знаешь, когда ты вводишь бутылки в пакете, чтобы они между собой не сбились. Мысловой нагрузки здесь сделать подушку, это только противнику мягче делать. Смысла нет, правильно? Правильно. Поэтому вот рука расслаблена, ты на расслабленную руку накрываешь. Вот здесь. Потом переходишь сюда, фактически рисуется такая восьмерка. Расслабленная рука, мягкая. Ты на расслабленную руку накладываешь где-то. Чуть подзатягиваешь. Вот, жалко. На сжатом кулаке затянул. Подзатянул, ну, все равно уже чуть-чуть. Но не до конца. Если у тебя будет напряженная рука, то смысл, когда сжимаешь, она и так уже напряженная. То есть бинта смысла нет. Когда ты на расслабленную руку подзатягиваешь ему, рука все-таки сжимается, но бинт ее потом держит. Жалко. Вот между пальцами. Расслабленный, расслабленный, подзатянул, сжал. И нажатым уже еще раз закрыл. Вот желательно бинт. У тебя 4,5, да? 4,5 бинт самый актуальный. Самый актуальный бинт, но именно бинт не вот этот, не хлопчата, а бумажный, натуральный тип. Жал. Почему? Потому что толстый, плотный бинт, он не ложится нормально на руку. А между пальцами, когда делают люди, он просто руку раскрывает. Вот сюда много не надо. Одно-два движения. Ты здесь, здесь все суставы. Собрал, так сказать. И переходишь сюда. Жал. Вот. Сжимаете? Да. И вот здесь такая же восьмерка. Ну, повторюсь еще раз, что большой палец, сколько ты его не бинтуй. Жал. Да, вот сюда уходит, как полочка, чтобы получалось. Ну давай еще раз. Ну максимум 3 раза, в моем понимании. Больше уже смысла нет. И вот сюда дальше бинтовать тоже не надо. Здесь уже сосуды ты перетягиваешь просто. Вот достаточно этой зоны. Нормально не перетянуть? Нормально, отлично. То есть вот основная. Здесь битва, все, у тебя кулак стоит. Перешел сюда. Здесь собрал кисть, чтобы пястные кости не разошли. Косточки не разошли. Между пальцами сделал, закрыл. Все, у тебя получилось жалко. Все, получилось конкретное, да? Пользуйся. Благодарю.